С вами на связи Александр Ярд, и мы переходим к нашему первому уроку, где мы рассмотрим GSecure Authentication 3.0. Это плагин для защиты административной панели Joomla, и его можно скачать на joomla-master.org, joomla-master.org, Joomla Components и GSecure Authentication 3.0. Скачите его отсюда, перейдем к нашим админке, и после того, как вы для того, чтобы его скачать, то есть ничего сложного нет, просто установка, загрузка файл пакета и обзор и загружаем. Все. Единственное, что там ярлык, вернее, будет в архив на три разных версии. Joomla 1.5, Joomla 2.5, Joomla 3.0. И выбираете вашу версию. И дальше я нашел еще к этому компоненту русификатор на вот данном сайте. Но для вашего удобства у меня на сайте сделал раздел Joomla 3.0. Здесь, соответственно, будет этот русификатор и не только. Поэтому приходите на сайт lexvert.com и скачивайте русификатор. Теперь перейдем и тоже скачаем русификатор. Вот как он выглядит. Простой файл. И загружаем его. И установка языка успешно завершена. И после того, как мы загрузили язык и загрузили плагин, мы можем перейти в GSecure Authentication. Вообще, для чего нужен данный компонент? Он нужен для того, чтобы защищать нашу административную панель и в целом наш сайт на Joomla. Достаточно удобный компонент. Просто в использовании, простые очень настройки. И сразу мы можем перейти к нашим базовым настройкам. И здесь у нас есть вариант включить. Пока у нас выключено, должны включить. Дальше у нас есть тип защиты, URL и форма. Здесь, соответственно, мы должны ввести, вернее, выбрать URL либо форму. Я рекомендую выбирать именно URL, так как форма будет на том же, то есть будет тоже вот как вот сайт ваш и администратор. И форма будет здесь же, еще один просто дополнительный пароль. А если ключ, он будет уже не будет администратор. Если будет чекать администратор, то его будет перенаправлять либо на главную страницу, либо на заданный вами адрес. Я же здесь рекомендую на главную страницу перенаправлять, так как во многих CMS реализовано именно так. Перенаправляется на главную страницу. И ключ, все-таки рекомендуем использовать именно URL и ключ. Придумать ключ не должен быть особо сложным. Здесь из буквы цифр, 8 цифр букв, 8 цифр, 8 букв цифр вполне хватит для ключа. Я поставлю сейчас простой ключ. А вот мы ввели ключ. Обязательно вы должны его запомнить, так как если вы уйдете неправильно, то могут возникнуть некоторые проблемы. Но я дам отдельный урок. У нас будет отдельный урок по экстренной выключению защиты. Так что даже если ввели ключ неправильно, ничего страшного не произойдет. Вот, мы вводим ключ, жмем сохранить. И да, еще есть такой один немаловажный момент, что когда мы только, если мы установили этот компонент и мы больше ничего не делаем, а просто нажмем выйти, то возможно, что мы не сможем зайти под наш сайт администратор. И для этого нам просто придется ввести знак вопроса и JSecure. Secure. Это в том случае, если вы не ставили ключа и вы не можете зайти под ваш сайт и администратор. А если можете, значит заходим. Теперь мы проверим, как работает у нас. Собственно, вот мы сохранили, теперь мы можем выйти. Мы вышли, теперь мы попробуем зайти стандартно под администратор. Администратор. И нас перебрасывает на главную страницу. Теперь войдем администратор. И здесь обязательно знак вопроса и, соответственно, наш ключ. Я поставил ключ такой. И все. Теперь мы, соответственно, вводим логин и пароль. И жмем войти. И переходим к нашему компоненту. Мы рассмотрели компонент GSecure Authentication. Рассмотрели, где взять этот компонент.
Мы создали базовые настройки. И теперь пару слов вообще, зачем нужен этот компонент. Компонент нужен для защиты нашей административной панели, чтобы люди не могли заходить в нашу панель. Администратор стандартная для Joomla, и теперь уже не смогут заходить. Естественно, для безопасности нашего сайта, наше будет сложнее взломать. Дополнительные меры предосторожности, и этот компонент также имеет и другие ряды возможностей, как вы можете здесь видеть. И в дальнейшем в наших всех наших уроках я расскажу вам про все эти возможности, про все инструменты, как все это используется. Также будет урок про экстренное отключение любой из защит GSecure Rectification на том случае, если вы забыли пароль либо ключ. На этом мы заканчиваем наш первый урок. С вами был Александр Верт. До встречи в следующих видео, где мы подробнее рассмотрим компонент GSecure Authentication.